Бойцы карате сильны не только физически, но и духовно. Свою мораль они укрепляют следованием традициям киокусинкай. Здесь и ритуальные поклоны, клятвы, система степеней и многое другое. Но самое захватывающее, конечно же, это увидеть результат тренировок бойцов. В доме спорта «Текстильщик» первенство по карате проходит уже традиционно из года в год. И это всегда зрелищное событие, на котором выступает огромное количество участников. В этот раз в Канске собралось более 300 спортсменов возрастом от 8 до 15 лет. Для них была организована торжественная программа, в рамках которой выступили местные артисты, ну а после показать себя вышли и сами спортсмены. Приехали две команды из Абакана, из Саяногорска, 7 команд из Красноярска приехали. Ну, также Канск представляют ребята. Соревнования растут из года в год, уровень бойцов повышается, поединки становятся более конкурентными уже, и попасть в призы уже становится более почетными на наших соревнованиях. По итогам соревнований первое общекомандное место взяли спортсмены из Канска, вторую команду из Красноярска, а третье за Саяногорском. Что касается личного зачета, то в копилке наших ребят 12 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.